12, фьюз, yes, и еще второй, ребята, еще второй. Смотрите, вот у меня уже 2. Так, давайте еще раз. Еще один! 8, ребята, 8. Вы это видели? Не, я не могу успокоиться. Я не могу успокоиться. Это жестко вообще. Привет, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Друзья, сегодня мы будем тестировать игру на прочность, будем проверять разные комбинации. У меня сейчас 773 миллиона, я хотел собрать миллиард, но, блин, ребята, времени не хватило, просто я очень много фьюзил петов сегодня целый день, поэтому не хватило просто времени. Поэтому мы сейчас наберем на эти все денежки петов и будем их фьюзить, ребята, будем выбивать. Мы сейчас все эти денежки будем тратить, я сейчас заюзаю Lucky Boost, я очень надеюсь, что мне хоть что-то выпадет. Но если не выпадет, то я надеюсь, что Lucky Boost работает, ребята. Кстати, Lucky Boost работает только на питомцев или он на фьюз тоже работает? Мне тоже очень интересно. Ребята, сейчас мы будем это все чекать. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться и поставить лайк этому видосу. Ну что, погнали! Итак, друзья, юзаем наш Lucky Boost. Он у нас через кодик идет. Заходим сюда, вбиваем вот такой вот код. Я еще его не бивал, вы, наверное, уже его все знаете. Ультра 225, тыдыщ. Окей, и, ребята, знаете, я не понимаю, у меня есть этот буст или нет, потому что у меня он нигде не показывается. Вообще, вот здесь нигде нет, ни здесь нет. Я вообще не понял. Ну, ладно, бог с ним. Уже сейчас будем пробовать. Так, у меня, слава богу, открывается по 3. Знаете, как я делаю, кстати? Я вот так нажимаю, вот так сюда на 3, и вывожу вот сюда, ставлю на автокликер. Либо, если у вас единичка, можно и на единичку вот так вот сюда, и получается вы так зажимаете, автокликер работает себе, и он у вас всех полностью нажимает, то есть можно уйти, если у вас очень много миллионов, можно уйти и себе спокойно выбирать, но мне на единичку не надо, мне нормально на троечку, плюс у меня как-то еще ускорение, а вот скипать я могу. Кстати, ребята, вы можете скипать или только можно, если у вас випка? Я вот интересно, кстати, этот момент не понял. Ребята, тратим денежки, смотрите, как быстро, смотрите, как оно все летит. Опа-па, вообще, это я не ускоряю, ребята, это не ускоренное видео, это реально оно само так себе работает. 770 миллионов у меня было. Я, ну, что-то мне кажется, ребята, делаем ставки, ребята. Как вы думаете, мне что-то упадет или нет? Я думаю, что все-таки мне не упадет. Подписчики писали в комментариях, что как-то Престон, ну, разработчик этот, который забыл добавить какой-то шанс, но мне кажется, что там шанса вообще никого нет. Я вообще не знаю. Если мне сейчас выпадет голд, ребята, я просто офигею. У кого есть булл радужный, напишите в комментариях, сколько он занимает, сколько уже у него силы максимально. По-моему, там, у меня, кстати, его даже нет. Я еще его не замещал ни разу, то есть не делал из него ни разу радужный, ребят. Так, сколько у нас осталось, ребята? У нас осталось еще совсем чуть-чуть. А, 500. Давайте, сейчас я добиваю и пойдем дальше фьюзить. Ну что, ребята, 50 миллионов, 70 миллионов у меня осталось, близится к концу. И вообще питомцев этого не видно, только дракона, вообще ни одного дракона. Мне выпало 3 була, и все, ребят, прикиньте. Короче, тут что-то нездоровое, ребят. Это реально что-то нездоровое, но такого не может быть. Ну как так? Я потратил уже 999 миллионов, почти миллиард. В прошлый раз 200 с чем-то миллионов, и сейчас 770. Ребята, ни одного. 999 миллионов. Ни одного вообще дракона. Ну, это нереально. Как такое может быть? Надо написать разработчику, что он что-то перепутал, ребята. Давайте все разработчику напишем и скажем, что, чувак, ты что-то у тебя тут не так происходит, друзья. 365 питомцев у меня. 365. Посмотрите, все золотые. Практически все золотые, друзья. Это жесть. Это просто нереальная жесть. Итак, друзья, ну, что мы делаем? Наш ультрабуст еще работает, я надеюсь. Я не знаю, сколько мне его дали. И мы летим сейчас, в бич, и сразу в биче будем ее все в биче, вот это я сказал. Так, будем сразу ее все полностью фьюзить, ребят, все, что у нас есть, будем фьюзить. Сейчас мне не жалко, я сейчас буду тупо по 12 буду. Сейчас я это все снимаю полностью, и мы сразу увидим, как оно работает. Мне там писали в комментариях, что ты дюпаешь пета, Фанрикс, что-то рассказываешь, тут, короче, дюпал на дюпал. Ребята, они все у меня разные, я вообще не знаю, какой смысл тогда мне их дюпать, если у меня есть 68, 67, 66, какой смысл? 65, как я мог их надюпать, конечно. Но, короче, если кто-то хочет думать, что я дюпер, ради бога. Так, ребята, ну что, погнали. Летим сюда, так, заходим. Давайте сначала мы самых-самых голимых, вот эти вот 12, по 12 добавляем. Вот так вот их сюда, раз, два, 12. И бабах, давайте, бдыщ. Бах, понеслась. И дали говняшку вообще жесткую. Окей, давайте мы сразу же мы его. Сейчас посмотрим, где он у нас. Где-то он здесь должен быть. Сразу мы его будем сливать, потому что он нам не нужен. Они все какие-то левые. Так, ребята, вот. И давайте вот так вот сюда, сразу вот так. И вот с этими соединим. Есть, опа, есть.
Да, ребята, вот он один, вот он первый, ребята, вот он первый, буквально сразу же. Со второй катки уже первый, ребята. Погнали дальше, ребята, едем. Так, чтобы никто не говорил, что я что-то там дюпаю вообще. Потому что нельзя дюпать, ребята, нельзя. Престон убрал дюп. Вообще, может быть, когда-то можно было здесь дюпать, но сейчас нельзя. Вообще, убрали дюп вообще наглухо. Даже ничего, вы просто ничего не дюпните. Так, Эли у меня. Отлично, так, мы эту Эли сейчас сливаем тоже. Нафиг она нам нужна. На 175. Давайте вот с этими же сделаем. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опа! И фьюз, тыдыщ, и Декстер. Опять какую-то фигнюшку дали. Ну, ребят, я же говорю, это сразу же, не сразу же с первого раза, ребят. Раз. Так, давайте тигров пока не будем трогать. Они более-менее нормальные. Мы тигров оставим на складненько, так сказать. Оп, оп, оп. Давай. 8, 9, 10. Так, один у нас уже есть, ребята. Это найс. 12. Фьюз. Yes. И еще второй, ребята. Еще второй. Смотрите, вот у меня уже два. Едем дальше, ребята. Мы вообще сегодня сейчас нафигачим, ребята. Ребята, все, что я делаю, все вот эти питомцы, всех я и буду раздавать полностью. Так, еще одна нам говняшку нам дали. Вот она здесь. Мы ее соединяем дальше. Давайте мы ее найдем. Сразу первую выберем. Где она у нас? А ну-ка. Да, 175. Выбрали. Отлично. И соединяем опять с этими левыми. Давайте с пандами. Панды хоть более-менее, хоть что-то там дают. Вроде бы как. Раз, два, три. Раз, два. Все. Погнали. Подыщ. Опа, есть третий. Вот такое. Три уже, найс. И, ребят, у меня уже есть шесть их, по-моему. А ну-ка, подождите. Так, шесть, и мы идем. У меня семь вообще. Так, летим на рейнбоу. Точнее, да, делать рейнбоу в майн. Сейчас полетели. Опа, и сейчас будем возвращаться, будем делать дальше. Так, еще один есть, ребята. Уже не семь я буду раздавать, а восемь, ребята. Я уже восемь буду раздавать. Отлично. Опа. Yes. И давай. Yes, nice. Полетели дальше. Идем дальше, ребята. Посмотрим. Мне прям интересно, сколько 700 миллионов можно сделать. Вот он мне, подписчики. Ура, за меня болеет. Так, полетели на бич. Пробуйте, миксуйте, потому что, ну, этот может не получился. Может получится с другими, может с этими. Это я не помню, как они называются, кроме пан. И фьюз, и что? Это какой у нас, ребята, четвертый. Это четвертый. Вы прикиньте, сколько я играю? Несколько минут, ребята, четвертый уже. Едем дальше, ребята. Сейчас по максимуму вообще. Тупо все, чтобы никто не говорил, что я тут что-то дюпаю. Зачем дюпать, ребята? Это просто нужно немножко развиться. Вот я вам в пятницу дам пета, вы себе немножко развьетесь и сможете нормально уже все делать. Так, есть, фьюз, опа, и бабах. Так, не получилось, но давайте тогда... Окей, если не хочешь с эксолотлями, давайте с пандами, не вопрос вообще. Давайте с пандами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ой, куда 15, куда я заехал? Фьюз, yes, yes, ребята, пятый, вот и пять уже. И совмещаем опять с пандами, ребята, не меняем ничего. Оп, давай, фьюз, yes, опа-па, шесть, ребята. 6. Так, сколько у меня уже? Подожди. Это у меня 4, еще 2, ребята. Еще 2. А всего я сделал 6. Дальше едем. За полторы минуты одного скрафтил. Друзья, это жесть просто. Вот, 7. Офигеть, 7, ребята. Офигеть. Я просто в шоке, смотрите. Сразу же, даже ничего не надо было менять. Это просто жестко. Это реально какая-то секретка. Так, давайте еще раз. Еще один! 8, ребята, 8! Вы это видели? Нет, я не могу успокоиться! Это жестко вообще! Это какой-то чит, нереальный чит. Все, успокоился уже. О май гад, ребята, 8 вообще. Это жестко вообще. Реально, пробуйте под лаки бустом, друзья. Это вообще прикольная тема. Пошли по жирному, ребят. По жирненькому идем вообще, давай. Опа, yes, fuse. Нифига! А зато мне дали радужного, смотрите, мне дали радужного. Я 12 совместил, мне дали радужную панду. Это жестко вообще. Так, давайте вот так совмещаем полностью все, вот которые остались. У меня остались эксолоты и остались панды. Так, 12. И у меня тут где-то еще валялся такой... панда валялась. Но я ее трогать не буду. Ребята, кстати, не делайте вот такого, не совмещайте золотыми вот с этими пандами. Ничего хорошего из этого не получится. Это точно я вам говорю. Я уже пробовал. Так, фьюз. Yes, ребята, это 9-й. По-моему, 9-й или 10-й. Кто считает, друзья, напишите в комментах, сколько это уже. Так, а давайте теперь, знаете, что мы сделаем? Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Панды сливаем. Вот этот. Я, ребята, вам стопудово говорю, что получится какая-то ерунда. Я точно уверен, что получится ерунда. Но я чисто хотел проверить. Ради вас. Это я сейчас последний раз и посмотрим, что получится. Я уверен, что ерунда. Так, ребята, давайте, 3, 2, 1. Я говорю ерунда, а вы говорите
говорите, что нормально, и посмотрим, кто победил. Пыдыщ. Я говорил, что ерунда, я говорил. Вот, ребята, вот что получилось. Ну, у нас получился тайгер, походу, да? Но все равно мы слили три обычных. Друзья, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бежим сразу делать второго на майн. Сразу летим на майн делать еще одного. Так, полетели. И, ребята, это у нас получается, я уже не 8, я уже 9, ребята. Я уже 9 раздам. На следующем стриме я уже 9 таких раздам. Друзья, спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну, а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Будьте всегда такими позитивными и крутыми. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока!